семена томата полярной скороспелой на рассаду высевают в конце марта-апреля. Сорт ультраскороспелый. Растение практически неприхотливо и отлично растет в условиях открытого грунта без использования укрытий. После массовых всходов собирать урожай можно уже через от 98 до 104 дня. Хорошая завязываемость плодов возможна даже при неблагоприятных погодных условиях. Помидорки получаются относительно крупными, массой до 150 грамм. Форма плодов яблоковидная, кожица красного окраса. Мякоть мясистая, сладко-кислая на вкус. Используют урожай в свежем виде и различных заготовках. Томат полиарнид скороспелиджи — это травянистые высотой от 25 до 30 см с типом роста, детерминантные. Томат полиарнид скороспелиджи имеет сверхранний срок созревания. Плоды имеют массу от 130 до 150 грамм. Форма у плода — плод яблоковидный. Цвет плода красного цвета. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.